привет, мама, придет Тинка Пеппа. Да, привет. Готи. Да, сейчас мы поиграемся белочками нашими, домиком. И к нам придут гости Свинка Пеппа и братик Джордж, да? Эй! Давай сначала белка, так поиграем. Белка, мама, открывай! Так. Это белка. Кто там стучится? Баба, ты слышишь, кто-то стучится? Сейчас я спущусь, посмотрю. Кто там? Открываю дверь. О, заходи. Привет, где ты была? Гуляла? Да. Была на прогулке? Да. Поднимись наверх и разбуди своего брата. Белочку, тоже пора просыпаться, да. Уже утро. Да. Давай. Братик, посыпайся. Просыпайся. Ой. Просыпайся. Ой, что, уже утро? Да. Хорошо, сейчас я выйду на балкон. Действительно, уже утро. Хочется поиграть. Давай поиграем на улице. Давай. Сейчас я спущусь к тебе. А мама будет на территории так еще у нас. Топ-т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 оп. Ты вода. Ой, сразу в догонялки играть. Хорошо, так, мы собираем. Все, теперь прятки. Где же спряталась моя сестричка? Надо ее найти. Буду искать. Тут ее нету, за пианином нету, на кухне ее нету. Ой, что такое? Что это падает? Что это за дождь такой неизвестный? Это мы одну. Смотри, я поймала одну. Это какие-то шарики. Давай поменяем же тебе. У меня красный, а у тебя зеленый. Все, что это такое? Это шарики арбизы. Шарики арбизы? Это арбизный дождь. Дети, а вы помните наш бассейн? Да. Он, наверное, заполнился весь шариками арбизными. Да. Хотите посмотреть? Да. Давайте посмотрим. Это его дарит. Смотри. Вот он уже. Вот наш бассейн. Ой. Я тоже хочу нырять в бассейн. О, вот его шарик. Ты нашла свой шарик? Да, вот. Можно я тоже прыгну в бассейн? Да. Эй, подвинься. Класс, мы не видели еще никогда такого дождя арбизного. Вот бы сейчас к нам пришла свинка Пеппа. Вот было бы здорово. Хорошо, я позвоню их маме и приглашу их в гости. Привет, белочки! А что это у вас такое? Это у нас бассейн. Ой, мой шарик! Бассейн из арбизов? Класс! А можно нам тоже в нем покупаться? Да. Так, Джордж, подожди, ты маленький, сначала я залезу. Класс! Давай вот так, смотри. Пусть они все полежат вот так. Класс, вот так, весело. Так, Пеппа, я тоже хочу залезть в бассейн. Ну что, разрешим ему? Давай, Джордж, залазь в бассейн. Класс, все в этом бассейне шариков с арбизами, да? Уху, веселая компания. Пеппа кое-что придумала. А вы помните, что у нас есть площадка детская с горкой? Давайте притащим горку сюда и будем нырять в арбизы с горки. Так, все выходим с бассейна. Отлично, тащим нашу горку. Вот она, горка. Устанавливаем. А я могу лазить. Первая Пеппа, потому что Пеппа это все придумала. Я. Так, садимся. Ну ладно, давай, Белочка, уступаю тебе место. Ну, что такое? Давай. Поехали. Первая Белка. Жу, класс. Выныривай, иди следующая на очередь. Выходи из бассейна. Ну что, Пеппа поехала. Классно! Опалитесь. Они такие мягкие. Опалитесь. И мокрые. Следующий маленький бельчонок. Чу, класс! Выходи! А хочу, чтобы следующий Джордж поехал. Я пошел в бассейн нырять. Так, сажусь и... Сажусь. О, как тут глубоко! Смотрите, как тут глубоко! Ой, ой, скорее, скорее, скорее выходить, потому что тут очень глубоко. Бельчонок, давай, ныряй, ты следующий, мы тебя ждем. Ох, поехали, белочки. Белочки умеют плавать, они не боятся, да? Ой, куда мой шарик? Одни головы торчат у белочек в бассейне. Так, выходите, ребята, потому что следующий буду я, и будет много брызг.
Так, все, поднимаюсь. Пеппа поднимается. Ну что, поехали. Пух! Пеппа купается в бассейне с арбузиками. Класс, как весело. А я еще придумала поехать на животе. Давай, Белочка на спине едет. Класс. Теперь давай, Пеппа едет на животе. Я поеду вот так, только мне нос мешает. Жжик. Класс. А давай все вместе. А давайте все вместе паровозиком. Так. Так. И все в этом бассейне. Ура, как весело. Детки, вы проголодались? Вот покушайте всяких вкусняшек, конфеточек. Ходите, подходите все сюда, кушайте, угощайтесь. Мама приготовила вкусные конфетки, угощения. Ой, Джордж, скорей. Свинке Пеппу и Джорджу пора уже идти домой. Да. Уже вечер, их заждались родители. Все, пока-пока. Пока. Рады были покупаться с вами в бассейне. Было очень весело. Если вдруг еще пойдет дождь с арбузом, вы обязательно нас зовите. Пора ложиться спать. Поднимаемся на второй этаж и укладываемся в свою кроватку. Так, ты заняла первое место. Так, я ложусь рядышком, вторую. Вот, они вдвоем спят. Вот их можете из окошка посмотреть. Все, у нас и Белочки легли. Все уже легли спать. Тоже поднимаюсь. Все, ложимся спать все. Так, всех Белочек уложим в спадки. Пока-пока, подписывайся на мой канал, и до свидания.